Всем доброго весеннего утра. У нас прям весна. Такая погода замечательная вообще. Так прикольно, когда не нужно надевать никакие куртки, кофты, какие-то там не знаю чего. Так вот просто надел на себя и пошел. Лепота. А у нас начинается рабочая неделя. Так что вперед и с песней. Я уже дома, на обед у меня будет, как вы знаете, паэлья, приготовленная с любовью сестрой мужа. И пойду сейчас за салатом схожу, да заодно полью свой огород, вам покажу. Кстати, вчера ничего не произошло, просто это была шутка, как бы, да. Соседка там, у нее ребенок маленький, вот она постоянно на него: Антонио, Антонио. А почему слышность такая? Ну только здесь же все открыто. Напротив, вот там вот у нас кухня у всех, видите? У всех окна на кухне открыты, кроме меня. И поэтому это все равно, что на улице все разговаривают. Поэтому и слышно. Видите? У нас вот такой вот, как бы в доме есть, как колодец. Я его много раз показывала. Вот видите, оно на кухне, ее прекрасно слышно. А если в комнате, если двери закрыть, то будет не слышно. Сейчас свой огород. В общем, огород не очень удачный огород. Хотя и поливаю через день, но все равно как-то не растет основа особо. Ну, наверное, места мало здесь. А там я уже и местом переставила, и все. Думаю, вдруг солнца мало. А в этой коробке вообще ни хрена не нарастет. Хотя вот укроп начал зеленеть, представляете? В общем, здесь я не пойму, почему только земля одинаковая. Все одинаковое. На солнце поставила. Может быть, не знаю. Каждый день надо поливать. Не забываю. Вот. Но тут что-то можно на салат набрать. Так, сейчас наберу. На себе мне хватит одной на салатик. Эти листочки прям вот так. И все. Это тоже кучерявый. Наберу. Помыть надо сейчас еще аккуратненько. У меня там огурчики есть. Этот можно листочек взять. В общем, да. Помидорчик есть. Что есть? Как в Париже. Хватит, мне кажется, для меня одной. Вот так вот. Вот так вот он тут целыми днями. Целыми божьими днями он тут валяется. Так. Отдыхает король. Потом приходит домой такой, ему тут жарко. А так целыми днями. Погода замечательная.
такой обалденный салат получился. Здесь авокадо нашла. В общем, все-все. Уже попробовала. Заправила оливковым маслом и лимоном. И рис. Всем приятного аппетита! Чай с молоком, английский и финик, инжир. И сериал. Сериал смотрю, Хата Матахари. Матахари, по-моему. Ничего так интересный, можно посмотреть. Дети как поет. И так каждый, в общем, поет. А ты чего хочешь? Как бедный родственник, ходишь тут, страдаешь. Страдаешь. Пол риса моего сожрал. Что тебе еще надо, а? Целоваться надо? Нет. Он на чай смотрит и финики. Вот я дурак. Да? Не финики, а инжир. Нет, не получишь, нет. Там сахар, нельзя. Скажи, мама, можно тебе нельзя? Ой, любовь моя, да. Да, сладкий мой, чесаться любит он, чесаться, как поросенок чесаться любит. Еще, ну давай еще тебя почешем, еще почесать, ну давай еще почешу. Давай еще, все, хватит, еще. И что, вот так бы он сидел и сидел, а я бы его чесала и чесала. Ой, съем бы, а тот завывает, слышите? А тот завывает. В общем, друзья, как вы могли бы заметить, я заезжала сегодня в Меркадо. Ну зачем? Во-первых, туалетной бумаги ни клочка не осталось. Всегда почему-то она у нас заканчивается так, знаете, оп, ее нету. Ладно. И я уже 4 или 5, может быть, даже неделя. Неделю хочу прям вот, знаете, котлеты такие вот, что пропаренные с этим, с лавровым листочком. Такие, что прям хочу, прям не могу. Заехала сегодня за фаршем. Вот, а так как у меня муж не ест котлеты, вот какой-то странный человек, знаете, он вообще из фарша вот эти разные деликатесы, скажем так, их не очень любит. Но он не ест котлеты, но может там съесть, ну знаете, с таким лицом, что лучше пускай он его не ест. Мне прям на нервы это действует. Но ест эти, альбондигас, тефтельки, что ли, да, тефтельки в томатном соусе. И так как у меня много томатов, я сделала, в принципе, томатный соус. Вот он готов уже. Вот, очень вкусный. Он сегодня, кстати, попробовала с яйцом жареным. Яйца, кстати, нужно мне скорлупу собирать для Танечки, для курочек Танечек. У нее может быть обмен, когда произойдет. Ей шкурки, она мне яйца. Ладно, вот. И я, значит, тут замесила. Вернее, мешу. Здесь у меня фарш, там внизу у меня хлеб, вымоченный в молоке. Обычно не кладу хлеб, кладу овсяные хлопья, такие быстро приготовленные. Но тут я хочу прям вот классические котлеты, вот прям наши. И вот вымучила. В общем, хлеб замочила в молоке, ну как надо, да. И вот там у меня тут яйца, там пару штук, разные приправы. Вот он, видите, там хлеб, разные приправы, соль и в принципе, этот фарш. А, лук, естественно, куда же без лука, прям такая луковица, прям ух, какая. Сейчас все это перемешаю, и вы знаете, это все настоится ночью. Говорят, котлеты нужно замариновать, в общем, чтобы они были прям вкусные. А завтра приду с работы, как нажарю. На гарнир у меня будет овощи, ну, чтобы уж, знаете, чтобы уж душе было спокойно, скажем так. У меня там есть цветная капуста и кабачок. Что-нибудь придумаю. А мужу вот сделаю вот эти вот тефтельки в томатном соусе.
Кстати, томатный соус. Я даже его не пробовала. Представляете, сделала. Ой, какой вкусный. Ну еще бы. Из собственных томатов-то. Ну, собственных. Дареных, но я имею в виду, что натуральный продукт. Вот такие вот у нас дела. И посуду мыть. Я даже не буду показывать, сколько ее там много. Я так устала. Но деваться некуда. Некуда деваться. Мыть посуду надо. Потому что если ее оставить, она засохнет вся. В общем, сейчас... А еще что-то я хотела. Что хотела, не знаю. Я хочу еще у меня, знаете, что есть? У меня был творог. Где ты? Ты здесь! Чувствую я. О, блин, надо еще мне персики доесть. Слушайте, у меня же было вроде бы две коробочки этого сыра. Ой, творога. Что-то уже вижу только одну. Йогурт, естественно, просроченный. Как без него? В общем, у меня было две коробочки. Две коробочки. Или одна? Что я уже не помню. В общем, хочу сделать ленивый хачапури. В Инстаграм, естественно, рецептик увидела. Я попробую. Если мне понравится, то с вами обязательно поделюсь. Даже если у меня и одна коробочка, ничего страшного. Вот, потому что непроверенные рецепты, знаете, сейчас наделаю, а там может быть какая-нибудь гэ. Вам это зачем? Лишнее время-то у вас отнимать. Небось, все рабочие, все заняты. Так просто вечерком или утречком за чашкой чая посмотрели мое видео. Если понравилось, поставили лайки. Кто не подписан, подписался быстренько. Что-то у меня уже язык заговорился. Да, подписаны же, все подписаны. Не знаю, знаю, не все. Ну, ладно. Вот, комментарии там начиркали быстренько между там одним глоточком чая другим. Кстати, чай. Что-то пить хочется. На ночь не хочется. Не хочу пить, но хочу. В общем, буду месить. Все это будет у меня замачиваться. И хачапури. Посуда, мой боже, сколько дела. Может, хачапури на завтра оставить? Да, я его на завтра оставлю. Не оставляю на завтра то, что можно сделать сегодня. Но это можно оставить на завтра. Потому что посуды столько, что... А у меня сегодня последний герой поэтому... по телеку. Там все это о коронавирусе рассказывают. Вы знаете, меня уже это напрягать начинает. В Испании уже 1600 человек. Муж сказал. 1600. В общем, между Италией и Испанией самолеты не летают. Все вылеты заблокированы. В общем, да, трындец какой-то. Никуда. А у нас тут Семана Санта, Страстная неделя скоро. В общем, все в шоке. Вообще, я посмотрела, евро поднялось в России. Кошмар какой-то творится. Мне уже, это говорю, нервирует. Знаете, когда вот, ну, одна неделя как-то там нормально, два. Когда уже так длится, мне прям просто уже странно, если честно. Потому что во все это же не проблема не одной страны, это же целого мира проблема. Неужели во всем мире нет такого умного человека? Мне кажется, у нас столько умных людей, и что вот они не найдут какой-то выход из этой ситуации, потому что это же проблема не одной страны, это же проблема всего мира. И все вот такие умные, все такие умные, а на самом деле умных-то и нифига нету, что ли? Или как это вот все? Потому что, ну не знаю, это же вирус все-таки. Не найдут выход. Может быть, это кому-то выгодно, фиг его знает. Ну так если выгодно, потому что этот вирус-то, в принципе, вот сколько я слушаю, делаю выводы, что он только вот пожилых людей, как бы, ну, больше, более-менее, ну, скажем так, касается, что ли, да, более смертность, только вот детей, вот вообще они говорят там, что они болеют, но они его переносят, ну, как грипп, скажем так, но они являются разносчиками этого гриппа, и поэтому вот у нас рекомендуют, что не нужно своих бабушек, дедушек навещать, что престарелые дома не нужно не наведываться. Вот так вот, чтобы вот защитить как-то стариков. Представляете, трындец какой-то. Когда это закончится, мне прям уже бесит.
Но у нас вот говорят, что из-за того, что у нас на юге климат такой сухой и жаркий, то вирус, он не особо будет распространяться, потому что он любит, где холодно и сыро, наверное, не знаю. Скорее бы уже эта жара 30-градусная, чтобы никакой вирус нас не схватил и не взял. Потому что я действительно вам говорю, что меня уже это нервировать начинает. Хоть у нас как бы городок и небольшой, не туристический, но все равно, блин, что мы тут, как затворники, что ли, будем какие-то сидеть? Уже знаете, как напоминает какое-то кино, вот такое вот страшное, где все зомби. И вообще, какое-то это кино превращается в настоящее, оно превращается в жизнь. В общем, да. Буду котлеты месить. Такая гора посуды. Разберу завтра. Пойду я отдыхать и влог монтировать. Время уже достаточно поздно. Встретимся с вами завтра за котлетками вкусными. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.